Всем привет! Мы продолжаем проходить Five Nights at Freddy Security Breach. Я каждый раз надеюсь, что она не будет лагать, поэтому включаюсь с камерой. Вот, поэтому сейчас я так запустился. Если что, я переключусь обратно. Скринь там есть. Вот. Что я подумал? Я, короче, делал долго, не думал, потом секунду подумал и решил все-таки что? Решил все-таки пройти по гайду, потому что этот лабиринт я бы крутил очень долго. Очень долго. Вот. Поэтому мы сейчас потыкаем то, что написано. Не знаем, насколько там будет правильно. Все, надеюсь, все окей. Ну и все. Так, мне нужно... Ох, блядь. Ну, пока... Пока диспетчер окон вроде не ведет себя плохо. Это у нас ОБС почему-то с ФНАФом так. Ну это окей. Это окей. Ничего не грузит видеокарту. Вот. Это что? Что, кстати, не очень хорошо, если так подумать. Она должна работать, видеокарта, когда играешь в игры. Ну, я просто на всякий случай врубил это. Подлагивает, но не так, что как было. Я куда прибежал-то? Мне не сюда надо. Мне надо на верхний этаж. О, блядь. Еще бы чуть-чуть. Так, попасть в лестницу. Окей. Так, ну вообще это не особо играбельно, если подумать. Давайте, знаете, что я сделаю сейчас? Две минуты прошло. Я тут на паузу поставлю и кое-что попробую сделать. Я переключусь на рендер по видеокарте. Я переключал до этого, но он у меня не сработал. Окей, сейчас сделаем это. Окей, окей, попробуем так. Посмотрим, что будет. Вроде стабильней. Ну еще оба, блин. Теперь процессор не грузится вообще в плане... рендера. Блять, ну ух, я же пересрался-то. Какого хера надо здесь-то оказалось? Так, ладно, что там в гайде у нас написано? Секундочку, я сейчас сделаю все как надо. Так, окей. Здесь написано, задайте красным рычажком. А, вот прогрузилось. Стрелки вверх-вниз. Так и есть. И чё это было? А затем нажмите три раза кнопку 3. В смысле 3? Их тут две же. Их же здесь две. Здесь и здесь. Что такое? Неважно. Так. Ладно. Раз. Два. Стоп, чего? Они вообще подсвечиваются, как ты? Не вижу. Ладно, похер. Так, дальше что там? Влево-вправо. Это сюда. И нажмите...
на верхнюю кнопку 1. Так, задайте красным рычагом стрелки вверх-вниз. Опять. Нажмите на три раза на кнопку 3. Такое ощущение, что я не то тыкал. Блять, походу не то тыкал. Мне мигал другая кнопка. Почему? Я же направляю мышкой в одно место. Почему нажимается другая кнопка? Ну почему? Почему это так работает тут? Я, блин, даже по гайду это не могу пройти, потому что тут дебилизм. Ну хотя бы не так сильно лагает, кстати. Это плюс. Там в прошлый раз вообще невозможно было, я прям психовал. Я прям горел. Куда ты едешь, дебил-то? Сначала вправо, потом влево поворачивай. Прекрати. Так, он ушел вправо, можно проехать, наверное, да. Ебанат! Ну-ка, наушники чуть не слетели. Я психанул. Так, окей, ладно. Фонарик берем. Вверх-вниз должно быть, да, и нажать три раза на кнопку 3. Почему тут не написано, какую, верхнюю или нижнюю? Допустим, тройка три раза. Ладно, окей. Раз. Два. Три. Так, дальше переключаем вот сюда. И нажимаем один раз на верхнюю кнопку 1. Потом переключаем на вверх-вниз. Вот как, что это за... И нажимайте три раза на кнопку 3 опять. Какая это кнопка 3, я без понятия, но буду тыкать на эту. Задайте красным рычагом влево-вправо и два раза на верхнюю кнопку 1. Вот про единичку написано такое. Раз. Два. А задайте красным рычагом влево-вправо. Все нормально. После предыдущих действий достаточно не трогать этот рычаг. Ага. И нажмите три раза на верхнюю кнопку 2. Три раза на верхнюю кнопку 2. Да какого хуя-то, блин? Я ненавижу этот лабиринт, просто не могу. Походу... Не, я не тыкал же ничего. Так, давайте другой гайд. Ой, блин. Лабиринт. Нав. 9. Гайд просто какой-то, вот если честно, отвратительный, прям.
Тут написано, нажмите на кнопку под цифрой 3, а не цифру 3, блядь. Ну, если ты копируешь, то копируй хотя бы правильно. Восемь минут. Так, а тут что? Он, короче, еще и тройку два раза сделал. Сука, уйди отсюда. Надо этот гайд удалить из закладок и больше о нем не вспоминать. Он отвратительно сделан, просто ужасно. Просто не знаю, как можно так написать. Ну как так можно написать? Ну блин, нажми на кнопку 3. Почему не написать нормально? Почему нельзя написать нормально? Этот гайд не помогает. В нижнее положение. Три раза нажмите на кнопку под цифрой 3 в верхнем ряду. Чё? Это что значит? Тоже как-то криво написано. Давай нижний нажмем. Окей. Раз. Два. Три. Дальше. Переведите переключатель в верхнее положение. Окей. Будет сделано, бро. Кликните два раза на клавишу под цифрой 1 в верхнем ряду. Что значит в верхнем ряду? Что это такое? Под цифрой 1. Типа под цифрой 1 в верхнем ряду. Кто так пишет, блин? Ладно. 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 Тут-то... Надо было дотыкать, наверное, все-таки. В нижнем ряду вот написано еще потом. Я просто поэтому понял. Какой я молодец-то. 10 минут мы просто тыкаем на кнопочки опять. По гайду уже. Если просто так это бессмысленно было до этого, то теперь по гайду. Вот такие дела. Ран, ран, ран. Не беги, не едь на меня, пожалуйста. А чё, он так поворачивается? Вчера повезло. Я уж привык бегать в таком количестве FPS. В принципе, все отлично. Так, окей. Еще раз. В нижнее положение три раза нажмите на кнопку под цифрой 3 в верхнем ряду. Окей. Три. Переведите переключатель в... А, все нормально. Верхнее положение. Так, и нажмите два раза на кнопку под цифрой 1 в верхнем ряду. И затем нажмите три раза кнопку под цифрой 2 в нижнем ряду. Вот это. Раз. Два. Три. Ну-ка тестим. Где он? Так, вот здесь надо отойти. Ага, уехал. So, there is a vent in this maze that leads to the Montikov catwalks. I believe there is a control panel for the maze around here somewhere. Я точно что-то сделал вообще? Я не хочу это сам решать. Бля, что-то не то.
Я это не решу. Я либо когда-то натыкал, а потом пришел и еще что-то сделал, то либо я не знаю, ну типа не работает. Ладно, пойду я, короче, пытаться это решить как-то. Я не буду это записывать. Я тут просижу всю ночь, наверное. Я хер его знает. Говной лабиринт просто. Не знаю, у меня прям портится отношение к этой игре под конец что-то. 15 минут того. Так. Спокойно. Я, походу, разобрался, как это работает. Смотрите. Берем карту. Считаем ряды. Поскольку мы двигали единичку, у нас вот дальний вот этот угол, вот эта херота, тут у нас вентиляция находится. Смотрите, считаем ряды. Вот это, по полоскам вот так. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Окей. Теперь смотрите-ка, если мы вот берем вот этот квадрат, вот это, я читал, что зеленый должен быть там в том углу, поэтому делаем по нему. Итак, смотрите, берем этот квадрат. Я тут перевожу стрелку, получается, смотрите, вверх-вниз. То есть от себя двигаем. И он сейчас находится у нас... во втором ряду. То есть сейчас второй ряд двину вверх, он должен оказаться в первом. Смотрите. Нет, что-то не так. Но это так работало только что. Давайте... А, четвертый это вот так считается, вот линиями, вот так. Окей. Смотрите, четвертый давайте двинем вверх. Четвертую. Он сейчас окажется там, где надо. Смотрите. О, видите? Видите, он где стоит сейчас? Видите? В дальнем углу. Окей. Смотрите теперь дальше. Мы начинаем двигать влево-вправо его. Влево-вправо. Смотрите, переключаем вот сюда. Опа. Влево-вправо, окей. У нас он сейчас находится в четвертом ряду, и нужно его двигать влево. А вот это уже непонятно. А, все понятно. Надо посчитать, где лево, где право. Ну, допустим, у нас он сейчас находится... Типа вот так вот это было... Раз, два, три, четыре. Вот он четвертый вот так вот было слева направо. Допустим, сверху вниз это первое вот сейчас. Первое... Да, это в первом ряду получается. Нам нужно первый ряд двигать. Направление не важно особо. Он, в принципе... Да, он пошел туда. Окей. Все нормально. Сейчас должно быть все ок. В принципе. Ну-ка, это мышка, отвисни. Вот. Вот. Теперь нам первые ряды, в принципе, трогать не надо. Нам нужно двинуть второй ряд вверх-вниз, который вот так вот. Вот это переключить. Вот так. И второй ряд надо двинуть так, чтобы открылся путь отсюда, сюда. Смотрите-ка. Верно я понимаю? Вот это второй ряд. Смотрите, берем сейчас. Надо открыть здесь путь, чтобы сюда можно было зайти. А какую туда поставить, я вот хер его знает на самом деле. Кстати, знаете что? Здесь, походу, указано, как это решать. Или нет? Так, у нас второй должен быть вверх-вниз, да? Да, это вторая. Допустим. Что у нас тут появляется? Ну-ка, покажи нам. Блин, вообще даже не вижу, где я сижу. А я не понимаю, не видно. Вообще не видно, ни хрена. Возможно, в теории можно пройти, но я посмотрю. Блять. Блин, как такое создал вообще? Зацикленный круг. Ага. Так. Проход справа должен быть где-то. Так, в оранжевую. О! Я же говорю, можно в теории пройти. Все. Ух! Нет, блядь. Я сохранюсь. Сейчас, секундочку.
Я сохранюсь, только выбраться бы отсюда теперь. Я пойду сохранюсь, если сейчас там простру, это будет очень печально. Не вылетай. Не надо. Не разбивай мне сердце. Два метра проехал, опять начал вращаться. Я эту херню заново проходить не собираюсь. Хотя, в принципе, разобрался в ней. Повезло, повезло. Так. Ну, тыкайся. Да что ж такое-то? Ой, блядь. Итого 20 минут у нас. Да. Все, у нас решенный лабиринт с сохранением. Лучше быть не может. Может, если мы пройдем эту игру сейчас. Это будет просто архи замечательная. Не знаю, буду я делать концовку еще одну. Меня что-то очень сильно подбешивает. Происходящее. Блять, ну как ты здесь оказался, мудак? Они еще не зацикленные, что ли? Все, здесь он меня не найдет. Так, вот так, так, по-моему, что-то тут не чисто. Так, окей, окей, да, все нормально. Ух. Ну сейчас это появится с тарелками, да? Сказочные фрезы. Просто лучше. Ну, вроде никто не появляется. Вентиляция только очень длинная. Так, а это босс. Наполнить ведро. Это я что сделал? Я все сломал. И зачем ты это делаешь? Рок-н-ролл, бля. Понятно. А как от него убегать? А, очень просто, да? Где ведро-то? Что это такое? А где он вообще? Да как ты видишь меня так? Где ведро-то? Ага.
Где? Происходит. Не хэй. Пошел нахер. Да ты заебал. Это Кирена придумал. Где? Ух, ебать. Перед лицом прям появился буквально. Вот интересно, если пару раз промазал. Так, он очень далеко. Нихера себе ты глазастый. А где кнопочка? А где-то здесь была. Ой, блядь. Блин, глазастый он, конечно, капец. Ага. Надо найти кнопочку, да? Как понимаю. Ага. Тыкайся! А, я пропустил, блин! Вот я дурак! Блин, я думал, кнопочку нажимал я. Ладно, похер. Блин, обидно. Ух! Так, когти Монти. Жестко. Теперь надо отсюда уйти. Я просмотрел, как я его убил. Это печально. А как отсюда выйти? Что-то я не могу найти выход. Вот это может быть что-то. Чё? Ага. А дальше мне надо узнать, куда идти. Потому что я не знаю, куда идти. Если бы я знал, куда идти, я бы знал, куда идти. А так я не знаю, куда идти. Ага, я знаю, куда идти. Следуй за зеленым светом. Так, мне нужно... Это кухня, да?
блядь, ты тут... А, это не кухня. Я не знаю, где я, кстати. Наверх надо, наверное. Не, ну по-любому наверх надо. Это где тут выход? Вроде бы двигаюсь в нужном направлении. Да, все, вышел. Я гений. Я думал, на скорость надо кнопку нажать. Я сделал, капитан пропустил. Ох, блин. Ну вот такой молодец. И лабиринтом разобрался, и это... Этого убил. Я не по гайду это прошел, я понял, как это делать. Вот так вот. Не, у меня была подсказка, то, что зеленый должен быть в углу. Вот и все. Остальное я сам уже додумал. Надо сохраниться. Обязательно. Я иду на сохранение. А потом уже смотрим, что делать дальше. Сейчас протратит самое ужасное, что можно сделать. Нет, сейчас идти надо устанавливать когти. Получается. Устанавливаем когти, в принципе, все. Мы чемпионы. Только не помню, где они устанавливаются. Да. Так, пошли устанавливать когти, получается. Мне говорили, через стену быстрее всего. Ну, пошлите через стену. Я что-то не уверен, на самом деле. Ну ладно, попробуем. Попробовать-то можно в любом случае. Я не хочу автоматы проходить просто. В общем, дело. Тихо, тихо, тихо. Ой, бля. Как я... А, вспомнил. Все, вспомнил, как попадало в улучшалку. В натуре, да. Так быстрее. Спасибо. Блин, здесь не сохранится, да? Ладно. Welcome to parts and service. Please select your desired procedure. Да, улучшаем Монти, получается. Preparing for upgrade procedure. You may now enter the protective cylinder. Освобождаем разум. Готовимся все запоминать. Let's begin by opening the arm casing. Ага, щелкнуть по руке просто. Где мигает? Ага. Disconnect the colored cables to remove the old forearm. It is important that you match the pattern correctly. Хорошо, хорошо. Угу. Ух, так, дальше. Это, да? Great. Now place the new armature into the forearm casing. Помещаем новое. With the new armature. После установки нового оснащения подключить цветные провода назад. Окей, давай. Ебать.
Я не ожидал этого. Я не ожидал, что они будут с разных сторон, и не запомнил просто. Я не ожидал, что они будут с разных сторон. В этом проблема была. Ой, ё-моё. Сейчас бы еще здесь проигрывать. Просто скажет, чего-то было не ожидать, когда это было очевидно. А я скажу, да. Я не ожидал все равно. Как тяжело нажимать на кнопку. Так, ладно, мы устанавливаем сейчас. Давайте посмотрим, что дальше там делать-то, блин. А, тут нельзя выйти. Придется ждать. Ладно. Куда-то, наверное, с когтями надо идти. Кого-то еще побеждать. Ну, в принципе, всех отмудохали-то. Кого осталось-то? Там больше никого нету. Есть вон еще какая-то. Улучшение силы что-то. Улучшение силы, блин. Let's begin by opening the arm casing. Disconnect the colored cables to remove the old forearm. It is important that you match the pattern correctly. Ну это легко. Great. Now place the new armature into the forearm casing. With the new armature inserted, reconnect the colored wires. Сейчас я знаю просто, как я глаз почешу, чтобы потом сконцентрироваться можно было. Это легко. Все выполнено. Great job. Now close the casing. Мысли! Ты чё? Она же горела, я натыкнула, что горела. Что за бред-то? Мысли, я тыкнул, она мигнула, я на нее и тыкнул. Чё, блядь? Прожились нихера просто. Это не честно было. Это было очень нечестно. Я специально даже подождал, чтобы глаз почесать, чтобы ничего не отвлекало. А ну на тебе. Собака, обалдеть. Просто лишили меня победы. Гениально. Блять, она просто не прогружает текстуры. А что я не ехал-то? Что происходит? Надо отойти от кнопки, наверное. Не, она все равно скачет что-то. А здесь что, убирается заборчик потом или что? А, он съезжает. Дверь открывается, как в этом. Анзуме. Прям как в Анзуме. Давай. Открываю. Disconnect the colored cables to remove the old forearm. It is important that you match the pattern correctly. Да, быстрее, я уже знаю. Ну это понятно, крест-накрест.
Great. Now place the new armature into the forearm casing. With the new armature inserted, reconnect the colored wires. Тяжелая, кстати, херь. Очень неудобно располагается. Так, окей. Я глаз расчесал, офигенно. Это легко. Great job. Now close the casing. Good job. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Окей. Блин, глаз вообще надо умыться, но я не могу сейчас. Не могу прямо вообще сконцентрироваться. Yes, все, надо сохраниться и это сейчас. Чего, завершите процедуру с помощью компьютера, окей. Okay. Дайте я на паузу нажму. Я пойду умоюсь. Че? А, все окей, да? А, сейчас, секундочку. В смысле, что происходит? 25 плюс 15, 40 минут, окей, сейчас. Окей, погнали, у нас 50 минут еще. А, 50. Давайте разговаривать. Открывайте особые ворота на территории Пиццаплекса с помощью когтей Монти. Мои руки стали другими, где же досталось детали? Лучше мне этого не говорить. Какая удача, теперь я смогу рвать все четыре ограждения в здании, как это делает Монти. Вот так он и делал. Так, окей, это мы сделали, да? Так, все, окей, пошлите, сохранимся. Потому что это терпеть просто невозможно, если я сейчас просру. Надо сохраниться, а потом уже будем решать, что делать дальше. У нас осталось... Получается, разобраться им-то еще челиком или нет? Или мы установили сейчас это последнее улучшение было? Это непонятно. Точнее, как не очень понятно. Но я молодец. Сегодня хорошо. Сегодня молодец. Я и лабиринты решил. И босса одолел. Вам здесь сейчас сохранится нормально, и все окей будет. Да. Так, окей, смотрим, что дальше делать. Я не знаю, куда идти дальше. Вот дальше вообще без понятия. Ла-ла-ла-ла-ла. Идите в гонки Рокси в левый дальний угол первого этажа и через красную дверь, которая ведет вниз к старому лифту, сломайте ворота, откройте другие при помощи крика Чики, воспользуйтесь лифтом. Окей. Блин, там какая-то мини-игра будет. Идите в гонки Рокси в левый дальний угол первого этажа. Окей. Через красную дверь. В смысле? Скрин бы дали, что ли?
Нихера же непонятно. Допустим, вот это. Через красную. Не красную дверь так. Старому лифту. Давайте я его заряжу, что ли. Это не то. Это не то место, да? Это красный лифт. Ехит. Я не понимаю, где я нахожусь. Ну это ехид вообще. Что это за место? А, это гонки Рокси, кстати. Я здесь перепрыгивал через забор. А можно как-то здесь подняться? Я не хочу оббегать. Вообще непонятно, куда идти. О, что это такое? Маска Рокси. Что это дает мне? Блин, видимо, придется идти туда. А, тебе похер, да? Нападение. Ну ладно, что ж теперь. У всех свои плюсы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Прекрати, ну прекрати, что ты... Откуда пришел? Я, короче, вообще не понимаю. В левый дальний угол первого этажа и через красную дверь, которая ведет вниз к старому лифту. Что, блин? Ой, лифт, какой старый. Я вообще не понимаю, о чем речь. Бродить нам в этом месте до скончания веков. Хотя, с другой стороны, я каким-то образом умудрился же. Где здесь дверь? Вот объясните мне, где здесь красная дверь? Вы видите здесь красную дверь? Я не вижу красную дверь вообще. А, вон та красная дверь, может быть? Да нет. Это 10 уровень, который не открывается, да? Угу. Или вот эта штука.
Бежит, щемит, блин. Щемит, бежит на меня. Окей. Так, погодите, это не то. Я здесь и так мог оказаться. Это же там место, которое перелазил. Туда. Какое-то говно. Ничего не понятно. Там, где лифт. Старый какой-то. Какой старый лифт? Чего, блядь? Но это не то место. Или вообще в гонке Рокси. Прям вообще. А, тогда мне сюда надо. Если прям вообще, то сюда. Или нет? Помните, где мы были? Там какая-то херовина была, и говорил, что кого туда не пройти. Возможно, туда. Ой, блядь. Это было близко. Вон и Рокси ходит. Вон туда нам куда-то надо. В левый дальний. На самом деле это левый абсолютно что-то. Вот эта дверь, что ли? Красная дверь. Он, возможно, да. Далеко бежать, если я проиграю. Очень далеко. А, ну походу, да. И здесь был. Как же ты страшно бегаешь. Ужас. Ну да, походу сюда. А можно сейв сделать какой-то? Что это такое? Можно здесь сохраниться? Ну, типа... Осторожнее, отлетни, соответствую никаким нормам безопасности. Не думаю, что он выдержит больше одной поездки. Ну и что ж теперь? А, ну... Да. Мы сюда шли. Так. Там что-то вообще тяжело все будет. Ни хера ты наглый. Что это эти генераторы? Свет просто. Ну, очень нужная вещь, конечно. Мать твою.
Может, я в него залезу просто? Что происходит? Дверь не открывается. Почему не нажимается? Где остальные-то? А вот стоит. Бля. Уйди нахуй. Ну дверь, чего ты не открываешься-то? Еще один, оказывается. Это все? Надеюсь, он сейчас меня убьет. Тут заряда не так много. О, открыто все. Не, ну это я не выберу сейчас. Это будет долго, очень мучительно. О, зарядка. Я сразу заряду на всякий случай. В смысле 6.00? Это же неправда. А это старое помещение. Как раз об этом и говорили в комментариях, по-моему. То, что это построили на старом пастбэр вот этом. Кафешке той старой. Я знаю, что это место. Я был здесь раньше. Она проводила меня сюда. Я впервые осознал себя, когда расчищал себе путь. Я не хотел этого делать, но у меня не было выбора. Теперь у меня есть выбор. Я изменился. Мои друзья здесь. Они очень рассержены, сбиты с толку. Но я смогу защитить тебя. Я не я. Это странная фраза.
как вода щит. Этот звук. Блин, сохранение было бы здесь, потому что это... Нет. 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 Только не с самого начала. Это где? Блядь, ну... Ты понимаешь, что это за пиздец? Уйди нахуй. Ты за мной побежали, что ли? Не знаю, зачем я включаю, возможно, там свет как-то какой-то играет. Мне нужно как можно быстрее спуститься, что ли? Или что, что здесь надо сделать? Я здесь заблужусь. Ну не так! Тут не написано об этом ничего. Чего я не так делаю? Ой, да. Я не могу. Что я должен понять сейчас? Что происходит? Как я должен что-то догадаться? Это же абсолютно невозможно. Уйди нахуй. Бля, ну... Нажмись, блядь! Пиздец. Что я не так делаю? Что здесь не так? Я бы здесь сохранился, но, блин, она не дает игра. Ту херню пробегает. Тут ничего не открывается. Ничего не понятно. Опять же, ну что, как я должен что-то понять? Я просто умираю на ровном месте. А, там медведь сидит какой-то. Найти куда идти. Чифо, ничего не видно. Он спит, типа, да? То есть я должен очень тихо сделать это. А как я должен это сделать? Интересно. Ну, блин, это... Я тихо делал, я ничего не сделал вообще. Почему проснулся?
Я же ничего не сделал. Я не понимаю вообще. Я не хочу умирать просто потому, что невозможно понять, что делать. Ну что делать вот? Да блин, я ничего не найду нахер. Я не понимаю, что делать. А это каждый раз включать, это просто в мозг выносить. Я ненавижу чекпоинты в КНАФе, просто не могу. Ну, блять, вот она не нажимается просто. Она просто не нажимается. Да съебись нахуй. Понимаете, вот даже я прохожу вот это вот. У меня гайд открыт справа. И в нем ничего не говорится, то есть это элементарно как-то должно делаться. Может, типа по дереву находить только? Ну, очевидно, если сюда прыгнуть, то звук будет. Это очевидно. Тут везде металл. Здесь есть мешок. Там триггер просто. Я хера, значит, делать? Что-то делать-то надо. Может, его уебать чем-то надо? Thank you.
Беги, бля! Так, окей, ладно. Это для чего-то нужно. Куда ведут провода? Войти? А, это... Провод. Провод идет. Никто не идет. Он обрубленный. Ну, по всей видимости, мы сегодня не пройдем, потому что я не понимаю, что делать. Мне нужно задать комментариев, а нигде не написано в гайде. Я что-то почитал, ничего не нашел. То есть это само собой разумеющееся должно быть. Да я никогда не понимал FNAF. Абсолютно. Что, говно, что ли, что это такое? Ну, хоть убей, непонятно. Непонятно, что делать. Зачем эта штука нужна? Может, на нем спуститься попробовать? Да. Реально. Чел. То есть мне надо бегать, монитор смотреть, еще нажимать кнопочки, да? Угу. Не остановит. Кто прятаться-то? Иди отсюда! Я не понимаю, откуда мне это... Куда прятаться-то? Там нет места, куда прятаться вообще, в принципе. В смысле? Да блядь, опять отсюда, да вы заебали! Это ж так увлекательно, я как будто не прохожу это! Зачем мне сюда пихать? Делайте там чекпоинт. Зачем мне вот это надо? Пиздец, блин. Генераторы бегать, включать мне надо постоянно. Дверь ее не остановит. Окей, понятно. Вот, блядь, сука.
Иди нахуй. Иди нахуй, блин. Это поражение, походу. Ой. Так, ладно. Ну, зайди. Или надо включить сначала. Так, окей, ладно. Теперь он работает, да? Да. Пусти, давай быстрее. А, в нем может спрятаться надо? Да, точно, в нем. Окей, понял. Где Чика? Где-то он его взламывает. Убежала. Он подсказывает, в принципе. It's Roxy. What do I do? Мне сначала надо поджечь чувака. Ты прикалываешься? Иди отсюда. Типа она может меня вытащить оттуда? Серьезно? Она никогда так не делала. Что за бред нафиг? У меня осталось 14 минут так. Не, я еще не пройду, независимо от того, сколько частей мне осталось. Я, наверное, запишу даже сейчас. Нет, сначала вот эту. Ну, блин, как же он управляется по-конченному? Просто не могу. Очень важная информация сейчас была. У него просто энергия исчезла. Нашел Фредди. Я вылез почему-то. Слушай, а может быть в энергу лежать? Не хотел, не хотел. Тут есть зарядная штука, может в нее залазить. Окей, допустим. Look out, it's Chica. Shut the doors. Ты что, дура, что ли? Где? Ага.
Ну от Рокси как спрячешься так-то? It's Roxy. What do I do? Допустим, мы сидим просто здесь, да? Ждем, пока она уйдет. Ну какого хуя происходит? Ну как конченая игра, что происходит опять? Ты хер ли тот залез, мудак? Как от него прятаться? Пиздуй отсюда! Да это бред! Оно просто не работает! Куда я должен прятаться-то? Заебала. Она у нее из глаз, да? Сколько раз его надо так поджечь? Меня, в принципе, все устраивает. Блин, он еще не сразу бежит к чему-то. Иногда не хочет бегать. Ну, Рокси это что-то просто. Я что-то не так делаю, походу. Он просто изначально бежит на тебя. Ты почти поймала. Где? Центру, походу. Женщина, съебись отсюда, пожалуйста. Ушатай ее, пожалуйста, ну пожалуйста, ушатай, Фредди. Мудак ты, Фредди. Я так понимаю, это зависит, сколько раз я его поджигаю, наверное, все же. Хотя, с другой стороны, другие не приходят, триггер может не срабатывать.
Это внутри Фредди от Рокси не работает. Где великий взломщик ты? Задрала. Ой-ой-ой. Блин, не нажал. Не то. Я просрал. Нет, выиграл. Так, ну я не знаю, надо загуглить херню, может баг какой-то. Она просто вытаскивает тебя оттуда. Я не уверен, что у меня сейчас вообще работает то, что я хочу. Тут прям вообще не уверен. Он просто не прячется за него. Мне еще интересно, почему двери не останавливают его. Ну я попробую дальше, короче, поджигать. Но как-то это не работает. Где? А, все. Вообще похуй. Просто мы убили его, да, сожгли. Ну ладно, что я могу сказать. Титры, кстати, классные. Красиво выполнены. Ой, блин. Намучился с этой игрой. Не буду другие концовки делать. Уж извините, я посмотрю просто на YouTube. О, сейчас или нет? Наверное, нет. Я самостоятельно это сделаю. Ну, не хочу. Не хочу я еще мучиться и пытаться другие концовки получить. Вот почему сейчас я не мог спрятаться от Рокси? Почему? Ладно, я вот такой тактикой умудрился его победить. Но это бред. Баба-рога. Что? Что такое баба-рога? Получили мы сложную концовку, я так понимаю, да? Ух, блин. Но графика хороша, но лагала дико. Не знаю, что сказать по игре. Очень смазано из меня ощущение из-за всяких проблем с ней. Давайте отбросим технические, потому что, скорее всего, многих не лагало. Это у меня лагало. Mm-hmm.
находить, куда идти, это просто традиция Нафа. Что делать? Вообще непонятно. Ничего непонятно. Поэтому в этом... Ну, наверное, семерочку можно. Хотя я бы шестерку поставил. В принципе, интересненько, но не так, чтобы прям... Это просто мои ощущения, вот так скажем. Я попытался отбросить техническое, но все-таки как-то... Ну, как-то непонятно вообще, что делать, куда идти. И с этим большие проблемы. И с этим... Как его? С лабиринтом вообще с ума сойдешь. Чтобы самому решить. Хоть я и решил это. Вот. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Заходим в группу, там скриншот обзора саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока. Тут внезапно еще сценка после. Поэтому я остановился, еще продолжил смотреть. Давай-ка я сфоткаю это. А теперь все. Теперь все. We'll be right back.